Привет всем, это Вячеслав. Сегодня к нам приехал такой вот седан. Это Alfa Romeo Giulia 2021 года выпуска, автомобиль для американского рынка. На машину идет смарт-ключ зажигания на 5 кнопок. Открыть-закрыть, багажник, запуск и паника. Это хозяйский ключик, он запрограммировал машину. Он машину дистанционно открывает-закрывает. Если мы нажмем на кнопочку старт-стоп, она находится на руле. Машина заводится. Для замены батарейки нужно нажать две вот эти вот части ключа, отодвинуть крышку. Внутри стоит батарейка CR2032. А также под этой крышкой находится механический ключик, с помощью которого машину можно механически открыть через личинку двери, когда сядет батарейка в ключе зажигания, либо сядет аккумулятор в машине. Владелец данного седана приехал к нам на Экибай для того, чтобы мы запрограммировали машину еще один смарт-ключ зажигания. Мы изготовили вот такой вот ключик. Он, как хозяйский машин, дистанционно закрывает и открывает. Если мы нажмем на кнопочку старт-стоп, машина также заведется. Если у вас возникли проблемы с ключами зажигания на Альфу, либо на другую марку автомобилей, требуется изготовить новый ключ, отремонтировать ваш хозяйский, либо вы потеряли все ключи, то можете обращаться в нашу компанию Экибай, но мы вам поможем.